Здравствуйте, в эфире «Новости Дагестана». Меня зовут Фатима Абдалибова. И вот главные темы выпуска. Дагестан все так же майнит. Очередную незаконную майнинг-ферму обнаружили в Южно-Сухокумске. Как память для поколений. Улице Джигитской присвоено имя Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. Бадминтон в Дагестане будут возрождать. О том, как прошли республиканские соревнования на стадионе Исимбаева, расскажем в спортивном блоке новостей. Майнинг-ферму выявили в Южно-Сухокумске. На территории одного из местных крестьянско-фермерских хозяйств обнаружено 77 майнинг-аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана. 35-летний местный житель в арендуемом нежилом помещении вырабатывал цифровую валюту, минуя приборы учета. Сумма ущерба устанавливается. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Житель Ростовской области погиб в автоаварии в Бабаюртовском районе. Управляя автомобилем «Приора» на автодороге Астрахань-Махачкала, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной марки Hyundai Solaris, жительницей Каспийска за рулем. В результате ДТП ростовчанин скончался на месте, а его супруга и трое детей, которые также находились в транспортном средстве, и водитель иномарки с различными травмами доставлены в медучреждение Махачкалы. Руководители органов власти республики прошли обучение по противодействию терроризму. Семинар-практикум организован по инициативе главы Дагестана Сергея Меликова. Участники образовательной программы прошли лекционные и практические занятия. Они были посвящены российской общегосударственной системе противодействия терроризму и антитеррористическому законодательству. Указанный семинар, безусловно, связан с той политической обстановкой, которая существует на настоящий момент в Российской Федерации и в регионах. Поэтому проведение такого семинара на благословенной земле Республики Дагестана вдвойне актуально. По той простой причине, что именно Республика Дагестан активно всей грудью встретила противостояние терроризму и оказала им существенный отпор. Поэтому проведение такого семинара совместно с кадровым центром является знаковым событием. Цветы, военный парад и оркестр. В Махачкале прошла торжественная церемония присвоения улицы имени Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. Знаковое мероприятие проходило с участием официальных лиц. Подробности расскажет наш корреспондент Карим Даниев. Имя, которое останется в памяти поколений. В Махачкале улицу Джигитская переименовали в улицу имени Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, который героически погиб в ходе выполнения спецоперации в Украине. Торжественная церемония прошла с участием официальных лиц республики, родителей и вдовы офицера. Идея о присвоении улицы имени Нурмагомеда была выдвинута мэрией города. Салман Дадаев отметил значимость такого решения для увековечения памяти героя. Как только пришла эта трагичная весть, и мы собрались дома у Энгельса разделить его горе, тогда пришла идея, что обязательно надо будет. Мы еще тогда даже не знали, что будет присвоено высокое звание героя Нурмагомеда Энгельсовича, президента Российской Федерации. Но уже тогда мы понимали, что надо сделать, чтобы все, чтобы память об этом героическом поступке, а мы обстоятельства смерти знали, увековечить и воспитывать наше подрастающее поколение. Вице-премьер Дагестана Муслим Телякавов напомнил о героическом подвиге Нурмагомеда и выразил благодарность его родителям за достойное воспитание сына. И дагестанцы плечом к плечу с ребятами из самых разных уголков нашей страны встали на защиту Родины. С полным пониманием правоты своего дела солдаты и офицеры стойко сражаются во имя безопасности нашего Отечества и ради сохранения жизни мирных граждан. Ярким образцом отважного российского воина стал и наш земляк. Он продемонстрировал мужество, стойкость, воинскую честь настолько явно, что даже президент нашей страны, верховный главнокомандующий, с гордостью сказал: «Я дагестанец».
Родители героя поблагодарили руководство города и республики за оказанное внимание и пожелали родителям, чьи сыновья все еще выполняют свой воинский долг, увидеть детей живыми и не испытать горечи потери. Вам огромное спасибо, что чтите память моего сына, что каждый оставил свою работу, свои дела, пришли поддержать. Для каждой матери сын, мне кажется, он герой. Мать всегда видит в сыне защитника, опору, поддержку. Таким был и мой сын. Конечно, это печаль, ведь это память о том, что сын погиб. Но сегодня, начиная с этого момента, мне трудно будет сказать, Нурмагомед нет живых, или Нурмагомед не с нами. Как же нет, он теперь здесь, на этой улице, навсегда в этом городе, любимом, которым рос. Улица Джигитская теперь, можно сказать, носит имя настоящего джигита. Это подчеркивали многие выступающие, потому что именно так наши предки называли смелых горцев, готовых в любой момент совершить подвиг. Нурмагомед Гаджимагомедов, несомненно, был одним из таких. Карим Даниев, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Спасибо за мирное небо. В преддверии Дня Победы премьер-министр Дагестана Абдул-Муслим Абдул-Муслимов навестил ветерана Великой Отечественной войны Ильяса Казиханова. Премьер вручил фронтовику подарки и передал поздравления от главы региона Сергея Меликова. Отметим, что на фронт Казиханов был призван в 1941 году. После войны работал в сферах сельского хозяйства и культуры. Нам очень приятно, что вы у нас есть, вы наша гордость. Для подрастающего поколения есть на кого равняться. Ну, Сергей Леонидович тоже вам передал самые искренние поздравления. Спасибо. Пожелание здоровья. Он тоже наш боевой генерал-полковник. Я знаю, вижу, вчера да. Тоже видел. Да. Я вас каждый день вижу, смотрю. Спасибо вам большое. Это от Сергея Леонидовича. Вам здоровья. Я вас очень буду рад видеть в любое время приходить. Спасибо, спасибо. Мы готовы к исполнению любого вашего поручения. Пусть Аллах оберегает вас. Спасибо большое. Выцвели почти чернила, давно пожелтела бумага. Только изгибы на листке десятки лет упрямо держат форму. Обожженные войной треугольники, пропахшие порохом строки, дышат историей тех дней. Великой Победе 77 лет. Сегодня военные письма – ценные музейные экспонаты. Их достали из архива специально для нашей съемочной группы. Долгие годы Национальный музей Дагестана имени Алибека Тахагоди хранил в своих архивах скрижали памяти о Великой Отечественной войне в письмах советских солдат. Боль и радость, горе и счастье, отчаяние и ликование от очередного успеха в бою. Эти послания с самой кровавой части истории человечества объединяют в себе совершенно разные чувства и эмоции. Но любовь к родным и близким, к своей великой отчизне, стала общим знаменателем для каждого из них. Чувства, переданные через карандаш, побывавшие в сотнях твердых рук священных воинов Советского Союза, пропитанных кровью и порохом, но дрожащих в волнительный момент общения с родными. Они мечтали о мире, семье, счастье, почти позабыли, как выглядят лица родных людей. Они хотели вернуться домой. Но вернуться с победой. Мамы, отцы, дочери, сыновья, жены, внуки. Некоторых адресатов бумажных треугольников сейчас и самих уже нет в живых. Но их имена будто говорят с нами, с пожелтевших и крошащихся страничек памяти. Сложившие головы в неравном бою воины так и не смогли сказать лично все то, что передали на бумаге. Но их посыл отныне навечно сохранится в наших сердцах. Почта пересылала фронтовые письма от солдат родным бесплатно. И в первые же недели войны у них на почте была большая нехватка конвертов. И отсюда появились треугольники фронтовые. Первыми письма читали не родители, сестры и братья, не жена с детьми, а военные цензоры. И каждое слово проходило тщательную проверку, о многом не разрешалось сообщать в письме. И все же они несли в себе и страшную боль потерь, и радость побед. Никто не знал, насколько трагичным окажется наступающий день, но верили в победу. Для тех, кто ждал, весточка с фронта была самым важным и долгожданным ответом на сокровенный вопрос: жив ли?
Вот это письмо, которое перед нами, это письмо Гаруна Ахундова, одного из участников Великой Отечественной войны, дагестанца. Он был сыном Миязабека Ахундова, известного дагестанского политического деятеля, первого наркома земледелия. Он ушел на фронт, будучи учеником 10 класса первой школы города Махачкалы. Он погиб в 1942 году, и вот это письмо датировано 8 марта 1942 года. Возможно, это одно из последних его писем. В стране сохранились вообще тысячи таких писем, а в фондах Национального музея есть несколько десятков. Для писем использовали не только тетрадные листки, а любые обрывки бумаги, какие только могли найти. Вот, даже вот такую бумагу оберточную могли использовать как бумагу для письма. Фронтовые письма победы. Голоса в них никогда не умолкнут, как бы далеко не отодвинулось время со дня войны. В них есть многое – короткие рассказы, стихи, переживания, надежды, мечты о счастье, которое непременно случится, придет после войны, и обязательно все сбудется, все пройдет, появится румянец на щеках, вырастут дети, пойдут внуки. За годы войны было отправлено более 10 миллиардов писем. За каждым – судьба человека. Сегодня эти письма – ценные документы. Музейные экспонаты. Малика Курбанова, Салман Гетехмаев, ННТ Махачкала. В Махачкале завершился республиканский турнир по бадминтону. Соревнования, прошедшие на базе стадиона имени Исимбаевой, посвятили Дню Великой Победы. О том, как в Дагестане развивают этот вид спорта, узнавал Курбан Рагимов. Ему слово. Рывки, прыжки и ускорения. За один день в бадминтоне профессионалы в среднем пробегают 1,5 километра и наносят до 400 ударов. В Дагестане пока таковых нет, но уже есть предпосылки. Дарья Кононенко с ракеткой третий год. В апреле 17-летняя чемпионка республики стала лучшей на всероссийском турнире в Ленинградской области. Соперницы были из 6 регионов России. Сложнее всего был финал. Ну, откуда была эта соперница? Из республики Коми, кажется. Бадминтон – это высокоразвитый спорт, я считаю, очень энергозатратный. Он привлекает своей необычностью. Всего на корты Дворца спорта при стадионе имени Исимбаевой вышли 30 участников. Награды республиканского турнира разыгрывали в трех категориях – среди мужчин в одиночном и парном, а также в женском одиночном разделе. Перед финальными встречами участников приветствовала делегация почетных гостей. Среди них руководитель Национальной федерации бадминтона Андрей Антропов и другие. В Дагестане есть ряд видов спорта, которые развиты, наверное, лучше всего в стране. Поэтому опыт развития проще. Вам не надо ничего лишнего, вы можете посмотреть, как развивался спорт там. Безусловно, он должен начинаться с малого возраста, тогда он может вырасти до больших высот. Поэтому я надеюсь, бадминтон тоже в Республике Дагестан начнет развиваться в спортивных школах, в общеобразовательных школах. И тогда будет возможность и достижения высоких профессиональных высот, и массовости вида спорта. Бадминтон пришел в Дагестан еще в 60-е годы, но тогда так и не получил массового развития. Спустя более полувека вид спорта переживает второе рождение. Сейчас основные занятия проходят в зале на базе Дагау. Процессом 3 года руководит мастер спорта, вице-чемпион Европы Анатолий Ярцев. На самом деле у нас есть претенденты на победу. Это члены сборной Республики Дагестан в женской одиночке. Я думаю, что выиграет Кононенко Дарья. В мужской одиночке будет борьба за первое место. Вообще, в принципе, за медали у нас есть несколько хороших игроков. Это Бегалов Шамиль, Исаков Ахмед, Абдурагимов Абдурагим, Караев Гусейн, Ибрагимов Альберт. То есть и каждый из них претендует на медали, поэтому в мужской одиночке борьба будет серьезнее. По итогам турнира Дарья Кононенко оправдала статус фаворита в своей категории, а среди мужчин равных не было Абдурагиму Абдурагимову. Он же вместе с Гаджи Ибрагимовым стал первым и в парном разделе. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. А на сегодня у нас все. Смотрите нас также в социальных сетях ВКонтакте и Яндекс.Дзен. Всего доброго, до свидания.